Итак, всем привет, с вами я, Павел Первый, мы продолжаем проходить Макс Пейн. Так, в общем, продолжаем бегать, путешествовать, разыскивать. Ух, как вы, тихо, не стреляй в меня, братишка. Какой же ты крепкий, а? Так, сколько у нас тут телеков. Уничтожим имущество. Телефончики и ножики. Ах, жалко, их не могу взять. Так. А вот это нам бы очень пригодилось. Индра. Да. Сейчас он нам как раз таки пригодится. Потому что... В общем, появятся чуваки. Уже начнутся появляться чуваки с таким оружием. Нереальным оружием. Читать заголовки было не слишком приятно. Все так, они кричали о кровавом убийстве. Завывание в юге вторили полицейским сиренам. Когда за тобой охотится мафия, а полиция разыскивает как убийцу, ничего кроме стона ты не услышишь. Так. Трепаючок, и все. Надо быть готовым. Сейчас, как только туда мы спустимся, там нас поджидает очередная небольшая банда. И у одного из них Инграм. Откройте! Ай! Фу, повезло мне. Так, надо как-то его более экономно расходовать. Так, ну так я понял, тут закрыто. Показалось, что чё-то дверь немного приоткрылась. Наркоманы. Босс, вы воняете. Так, тут темно. Аджики бы тут понравилось, я думаю. Ух, ё-моё. Здание было просто нашпиговано взрывчаткой. Так, ну, как я понял, вроде бы их надо вот эти штуки взорвать, баллоны, то есть. Ох, блин, зачем я это сделал? Нет, столько всего, сначала. Ой, блин. Как неожиданно, а? Блин. Похоже, тут нет никого с Индром. Смысл? Ладно. Привет! Чувачки, горите! Тебе крупно повезло, даже? Так. И похоже, все, что тут было, сгорело. Так. Ух, ё-моё! Здание было просто нашпиговано взрывчаткой. Осторожно, не надо. Так. Ух. Еще наркоманы, что? Сколько же вас тут? Ладно, не буду вас трогать. Пожалею в этот раз. Только не делайте мне нервы. Я знаю, что ты тут, чувак. Ух, ё. У этого чувака Инграм. Как я его вовремя снял. Так, что у нас тут? Заперто. Ну, идем дальше. Так, кто звонит? Алло. Не звонил покорёженный телефон. Это мог быть очередной наркоман, но оказалось, что это куда более серьезный собеседник. Имею честь говорить с мистером Пейном. А кто его спрашивает? Меня зовут Альфред Уотдон. Полиция скоро будет здесь. Расскажите мне что-нибудь поновее.
Они знают, что вы здесь. Откуда? Я с вами еще свяжусь. Кто это? Полиция приехала. Сирены визжали диким диссонансом, как хор сумасшедших. У меня было несколько минут до того, как группа захвата закончит обычные предусмотренные инструкции действия. К тому времени, как они проникнут в здание, я должен был быть уже далеко. Макс Пейн, это старший инспектор Джим Бравура. Бросайте оружие, выходите с руками за головой. С руками за головой? Хорошо. Только где я вам голову достану? Оружие бросать не собираюсь. Я же не думаю, где. Так. А вот наш знакомый местечко. Кто-то оставил на прилавке письмо. Так, видите, мы тут были, в этом магазинчике. Гуньити был верен себе. Побольше слов и поменьше дела. После этого дела у русского осталось только несколько стволов, а их легко купить. У него теперь кишка танка с нами связываться. Как выяснилось, с кишечником у русского было все в порядке. Если на человека надавить, он отступает до определенной черты, а потом начинает давить на тебя. Так, на полке лежал ключ. Так, уматываем отсюда, пока не нас тут не пристрелили. Так, и это, в общем, какой-то ключ к лестнице. Вот сюда. Ух! Фак. Как ты неожиданно вышел, а? Блин. Промазал. Ух, ё-моё, как он меня пристрелил, а? Ха, это было сделано ловко. Так, туалет. Фу, ну тут и воняет. Я лучше побыстрее уберусь отсюда. О, блин. Ну откуда взялся этот чувак? С крыши. Блин. Кинул гранату, а? Так, аккуратненько. Есть. Сохраняться, а не стоять. Так, мне водичка не нужна, я пока чистенький. Хотя после того, как я уже несколько раз повалился на пол, так сказать, нельзя, думаю. Зачем так грубо? Так, а вот это место я помню, когда-то я тут застрял, не знал, что делать. Ох, ё-моё. Тихо-тихо-тихо. Надо аккуратненько. Держи его! Блин, ну ни хрена. Мазило. Блин, в самое пекло. Вот кто меня так ранил. Блин. Рот. Мелкий рот. Держи его! Блин, опять. Надо сохраниться там. Сюда перебираться не очень хочется. Пристрели его! Так.
Кымером. Так, что у тебя? Еще лекарство, спасибо тебе. Ты выручил, чувак. Хороший ужин у вас. Правда, я... Я такой не ем. Так, 6-я глава уже. Как вырастить крылья. Ну и название. Бомбы разрушили здание Вселестницы. Другой путь в кабинет Люпина шел через крышу соседнего дома. И что, ты не боишься по крышам? А вдруг ты свалишься? Тут еще не было ни разу. Похоже, все небо обрушится собралось. Точно, это конец света, помяни мое слово. Да, и я бы не сказал, что мне это нравится. Совсем не сказал бы. Я себе уже... Болтуны. Вымах. И как пускай болтает дальше. Эй, тут кто-то есть? Походу, пара крыс. Чтобы выбраться на крышу, мне нужно было попасть в лифт, который находился за этой дверью. Открывай. Доставка пиццы. Мы раньше не встречались. Проваливай, приятель. Ой-ой-ой, кого я? Я вас не хотел, извините, случайно. Вы что, не услышали даже? Хедшоты по нас ставил, блин. Так. Чёртовы крысы, блин, не дают пройти. Прыгай! Что ты сделал? Хотя если подумать, да, нам не туда. А вот нет, сюда. Не стреляй, я не... Ты знаешь этих типов из прачечной? Я? Не. Ну и зачем ты мне тогда нужен? Что? Нет, из прачечной? Конечно знаю. Тогда отведи меня туда. Сейчас, сейчас. Замочить бы тебя, предателя. Ну пока ты мне нужен. Живой. А потом ты умрешь. Что, веди меня. Я что ли должен тебя вести туда? Ты где, чувак? А, вон он бежит. Ай, открывай. Скажи своим дружкам, чтобы открыли. Иначе я тебя пристрелю. Пусти меня живо! Погоди, я пароль. Да ладно тебе. Ну хорошо. Джон Ву. Ладно, заходи. Это западня. Это Бэйн. Предатель. Ты все равно умрешь. Все? Тут больше никого не было? А, вот. Ух, ё-моё. Ну почему я не сохранился? Быстрее сюда иди, где он там? Я пристрелил бы тебя. Это я, открывай! Пусти меня живо! Погоди, я пароль. Да ладно тебе, ну хорошо. Джон Ву. Ладно, заходи. Это западня! Блин, откуда он стреляет? А, вот откуда.
Больно, чувак. Мне еще больней. Нечистые игры. В карты играете, да? Так. Ух, сколько бабла у вас тут. Одолжите мне немножко. За просто так. Так. Вот мы и прошли к этой прачечной. Что за музыка играет в лифте? Эй, открывайте! Есть тут кто? Кто живой? Вы все мертвые. Так, я слышу опять эту репортершу. Кто свистит? Держитесь, я сейчас. Это типа туалет? На. Что-то болтает. Создалось чрезвычайное положение в связи со столкновениями преступных группировок, происходящими в Бронксе и связанными с распространением вальгерина. Очевидно, Макс Пейн, подозреваемый в убийстве агента отдела по борьбе с наркотиками, ведет войну со своими бывшими партнерами. Среди опознанных жертв были обнаружены известные мафиози Джой и Вергилио Финита, а также Рико Муэрте, ранее разыскиваемый в связи с серией убийств в районе Чикаго. Полиция Нью-Йорка находится в состоянии полной боевой готовности. Словесный портрет Макса Пейна разослан во все полицейские участки города. Старший инспектор Джим Бравура обещал принять все необходимые меры для поимки преступника. Какие именно меры, нам пока неизвестно. Кира Сильвер, специально для выпуска теленовостей, Нью-Йорк, CNN. О, да, Макс Пейн прям такой преступник. Он тут все для вас защищает, зачищает. Темно. Джеки, ты где? Так. А, вот. Помню, из окна тут надо выпрыгнуть было. А теперь мы будем прыгать по крышам. Извините, я должен прервать ваш просмотр телевизора. Так. Это последнее место на Земле, куда... Дубль 2. На этой неделе шоу. Блин. Жестоко замочил меня. На этой неделе шоу. А, куда я упал? На этой неделе шоу. Смотри. Блин. Ладно. Шоу, адрес неизвестен. На этой неделе шоу, адрес неизвестен. Я не хочу туда идти. Это последнее место на Земле, куда бы я хотел попасть. Однако я прихожу сюда с номером. Это не я, говорю, фламинго. Так, есть. Это кто-то, кто повторяет меня до мельчайшей детали во всем. Заткнитесь. Не мешайте мне сосредоточиться. Одиночная труба. И куда нам теперь? А, вот сюда. Каким образом вообще эти трубы тут стоят? О, свет! Ух, ни хрена. Сколько взрывать можно-то? Красный, синий или зеленый? Как охренительно стену разломало-то. И чудом осталась целая дверь. Невредимая абсолютно. Да.
Так, сверху там кто-то стоит. Блин. А, вот. Как я вас не заметил-то. Блин. Здесь чересчур темно. Да, ну нафиг. Как это возможно? Открывай. Так, я слышу там кого-то. Так, ну вот, походу мы добрались до кого нам нужно. Открывай! Я пришел за тобой. Удивини, гоните. Вот уж кого мне до смерти хотелось найти. Пейн, ублюдок чертов! Я с самого начала чуял, что ты полиции задницу лижешь. Ты что тут о себе думаешь? Ты мусор поганый! Думал, ты придешь сюда, размахивай свои пушки! Господи! Ты меня подстрелил! Чего уставились, идиоты? Убейте его живо! С удовольствием, босс! Гуньити подтвердил. Я был для них чем-то вроде неуловимого мстителя. Как он уже здесь оказался? Надо было его окончательно подстрелить. Ух. Да, надо подготовить Инграм. Так, пропустим этот ролик. Успел. Это было жестоко. На столе Гуньити лежало письмо, было нарисовано Пунчелло, но у Винни так и не хватило духу закончить его. Джек свихнулся. Недавно он пристрелил Дина, потому что хотел посмотреть, как его мозги размажутся по стенке. Он окончательно свихнулся, а у нас скоро закончатся люди и заглохнет бизнес. Гуньити до смерти боялся своего босса. Джек Люпино был безумцем. Измятое письмо. Винни Гуньити бежал, впрочем, с пулей в животе, из которой кровь лилась, как кетчуп из разбитой бутылки, далеко он убежать не мог. Он знал, где его босс. А я хотел покончить с Люпино раз и навсегда. Гуньити двигался быстро. Не знаю, как насчет ангелов, но у людей крылья вырастают от страха. Так. Мы тут были. Как же этот ублюдок убежал, кажется, сюда. А, ну вот он. Откуда уж у тебя дробовик оказался-то? Стой на месте, я сказал тебе. Смылся, а? Так, и нам тоже придется прыгать. Мне оставалось только последовать за ним. Есть. Допрыгнул. Глава 7. Уже. Это была уже вторая поездка на поезде за ночь. Судя по началу, она вряд ли могла быть приятнее первой. Ледяной ветер впивался в мое лицо лезвием бритвы, а где-то на заднем плане выли сирены. Город охотился за мной. Несся мне навстречу. Водонапорные башни на крышах домов, мертвый лес антенн и каминных труб. Все. Когда поезд Гуньити замедлил ход, он решился. На что?
уже стреляет. Как ты прыгаешь с такой раной? Так. Ну что ж, на этом, пожалуй, я закончу. С вами был я, Павел Пюр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока.